перед тем, как окончательно сгнить. Инвесторы, конечно, тоже многие засранцы, и как бы они такие же люди, как и все, они тоже хотят урвать и прочее. Ну, а если куча людей не дали денег инвестору, какого хрена должны им давать вы? По-моему, очень логичный вопрос. То есть это значит, что чуваки что-то уже знают про команду и, скорее всего, знают то, что вам не понравится. Значит, хотят до хрена денег без явных оснований. Ну, грубо говоря, вот такой проект, допустим, у него есть экономическая модель, он понятен, да, там, туда-сюда вроде, ну, не выглядит трэшем, да, но у них хардкэп 100 миллионов долларов. Ты думаешь, блин, нахрена вам он столько, если разработки хватит на 2? Что вы будете делать с 98? Пересветесь как в Тезосе между собой, получите сразу 3 класс экшн лосьют, что ли, и вам будет уголовка грозить после этого. А если уголовка, опять же, вы решите свои деньги, потому что пока все это там заморозит, пока там то все, пока, ну, как бы вы денег своих не видите. Вот. То есть, соответственно, люди должны просить денег, сколько они могут переварить. Пример Тезос показал, что переварить 200, сколько там, 62 или сколько там у них было? Ну, 232. Переварить 232 миллиона долларов – это задача. Особенно, когда у тебя не прописано внутри оргструктуры, непонятно, кто деньгами владеет, кто распределяет, там, они же поэтому посрались между собой, потому что не было прописано, кто за что отвечает. Ну, соответственно, пока они срались между собой, они токены не выпустили. Дальше можно уехать в инвестмент фонд, как нефиг делать. Потому что люди уже ли за меньшее. Если люди хотели, ну, заморачивались процессом и хотели кого-то посадить. Значит, что еще? А, кстати, Telegram, у них на предзаявках 3,8 миллиарда. Вот дико интересно, стоит ли вся вот эта разработка и маркетинг 3,8 миллиарда только на пресейле. Я не говорю о том, что Telegram это будет полным трэшем.